Сегодня, 1 ноября, с первым снегом в нашу школу пожаловали и первые гости. Это наши друзья из Чехии. Они приехали в Россию, в Воронеж, по обмену опытом и в первую очередь посетили нашу школу. Мы встречали их по русской народной традиции – хлебом, солью и веселым праздником. Если мы хотим кого-то встретить с честью и почетом, встретить щедро, от души, с уважением большим, то гостей своих встречаем круглым, пышным караваем. С караваем соль подносим, поклонясь отведать просим. Дорогой наш гость и друг, принимай хлеб-соль из рук, угощайтесь. Возьми галерчик. Дорогой любимый Мирослав, спасибо тебе, что представляешь, русский день в нашей школе проходит благодаря тому, что ты вместе со своими коллегами приехал к нам. Спасибо.
началась это с 2010 года, и уже на протяжении вот стольких лет мы приезжаем в Чехию, в чешский лагерь, где изучаем с ребятами. Кто был у нас в прошлом году, тот помнит, мы уже учили ее. Носочек правой ножки, пяточка. Носочек уходит вперед и ставим ножки на месте. И уходим теперь в левую сторону, то же самое делаем. Носочки, пяточки, носочки, пяточки. И та же ковырялочка, только в левую сторону. Носочек, пяточка, носочек вперед. И на месте собрали ножки. И теперь мы с вами идем по кругу. Не-не-не. Тот, кто первый доходит ближе к зрителям, тот чуть-чуть приседает. Потом мы встаем. Давайте попробуем. Идем. Те, кто ближе ко мне сейчас будет, вы приседаете. Кто дальше от меня, тот встает, просто идет. На прямых ножках. Пошли. И раз. Нет, по кругу пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь повернулись все дружно к зрителям. Мы молодцы. А теперь попробуем под музыку. Холодно. А у нас такая прекрасная атмосфера, потому что открытые добрые сердца. За дружбу. До дна? За дружбу, до дна. Да. Пробудана инспирация. Так, у кого готовы? Давайте. Я надеюсь, что вот эти два дня в Рамонском районе вы запомните. Да. Вот мы очень вас ждали, очень вам рады. Вот со всей вот душой, со всем открытым сердцем вот хотим вас согреть, чтобы вам было тепло вот от наших тут морозов, чтобы вы не чувствовали. Ну и погода чувствовать, вот она хорошая. Улыбается, да. Она улыбается, солнышко нам светит. Я хочу, чтобы вам было хорошо. И в сердцах ледовито-северный,
30 любви теплом заменится. И поля цветочные постелены, и магниты всей земли хотят. Лежать ее коленям, головой, рассветы собирать с ее ресниц и засыпать, как сказки неземной, плыть по морям. Потом также нежелание княжаться святой, то есть ко мне на деньги слова. Этим Аброму говорил, то, что зачем так унижаться. Жителей на выселках, камнем лежать или гореть звездой. Звездой. Солнце ее взгляд меня. Моя ладонь крутилась в кулак. Если есть Бог, дай огня. Итак, говорим хором. Мы вместе, у нас все получится. Ручки положите, пожалуйста. Добрый час. Итак, урок. Время влияет на дни события. Время спешит нас, порой заставляет. Но также известно, что спешка губительна. И ПТТ всех вокруг призывает. Как соблюдать все законы движения, быть осторожным в пути каждый раз. Люди должны это знать без сомнения, ведь наше завтра зависит от нас. Ну, очень просто, ужасно, ужасно. Спасибо. Айдаровское сельское поселение. Пословица, а может это чье-то высказывание, что жизнь течет медленно, а проходит быстро. Про жизнь такую, про нашу. А
приезд в гости, он вообще кажется минутой. Такое впечатление, что вчера мы вас встретили в аэропорту, а сегодня мы с вами встречаемся в ресторане. Вот. И слава Богу, что есть еще завтрашний день, и мы сможем, если что-то сегодня не скажем, сказать друг другу завтра. Поэтому мы и когда встречались, и сегодня хотим вам сказать большое спасибо, что вы приехали. Большое спасибо, что вы нашли время, чтобы приехали. Большое спасибо, что вы улыбались все время. И нам казалось, что вам даже и нравится у нас. Вот. Поэтому мы очень рады, что вы приехали. И вот сегодня я успел нашему вице-мэру сказать, она сказала про народную дипломатию. Вот. А я ей сказал, народная дипломатия очень хорошо, когда ее осуществляют именно учителя. И еще лучше, когда это женщина. Я не обижу мужчин приехать. Вот. Потому что, когда учитель, тем более женщина, приехала в другую страну, получила впечатление, она когда приедет, она расскажет всем своим подругам, потом расскажет всем своим коллегам. Спасибо. А так как она учительница, она расскажет всем детям. В результате вся Чехия будет знать. Вот. Ты так хорошо танцуешь. Да. Спасибо. Даже выйдем. Да. Так что сегодня какой? 10 ноября, последняя ночь у вас в городе Воронеже, да. В этом общежитии. Да. Так что, надеюсь, до встречи, до скорой встречи. Группа была обалденная, великолепная, чудесная. Как они поют прекрасно, как танцуют. В общем, Мирослав, группа просто замечательная. Ура вам! Ура, спасибо ура. Большое. Люди хорошие, воронежские. Богатела наш гору, на пресоти речей вина, то я добра медицина. На пресоти речей вина, вина, то я добра медицина. Перечо сати за мной плачеш, кить мани. Проходит мир, только ее и видно. Снег на голову, осень, она бестактно провожает наше лето, на ходу срывая молча желтую листву. Тихо и незаметно жизнь исчезнет где-то вспышка, и на портретах вдруг затихнет ночью. Холодной ночью ты проснешься и разбудишь самых-самых-самых близких, преданных друзей. За встречу, за дружбу, за все, что с нами было, за все, что с нами будет, я поднимаю тост. За берег старый и новый, и где б нас ни носило, желаю вам, друзья мои, чтоб все у всех сбылось. Время, оно, как доктор, лечит нас бесплатно. Сколько кому осталось, все расписано. Правда, я не скажу вам, если в этом ваше счастье. Как найти на свете чистую любовь? За встречу, за дружбу, за все, что с нами было, за все, что с нами будет, я поднимаю.